Всем привет! Есть среди людей такая забава – ловить и потом есть ни в чем не повинную рыбу, езей там всяких и прочую чешуйчатую и пучеглазую живность. И нет, не переживайте, мы сегодня не будем говорить о симуляторе рыбалки для iPhone. Сегодня у нас в гостях Ridiculous Fishing, что по-русски звучит как «нелепая рыбалка». Поехали! В игре мы выступаем в роли рыбака по имени Билли, который кроме как лупить по рыбе из дробовика и размахивать удочкой, ничего больше-то и не умеет. На самом деле, для того, чтобы игра затянула чуть более чем полностью, этого оказывается вполне достаточно. Что потребуется от игрока? 99 рублей и отсутствие дрожащих рук, потому как игра требует очень точного управления акселерометром. Сам игровой процесс прост как дудл джамп. Закидываем удочку, и пока крючок с наживкой опускается на дно моря океана, стараемся избегать столкновений с рыбятиной, которые, в свою очередь, в больших количествах тусуются в воде с себе подобными. Для того, чтобы опустить крючок ниже и ниже, можно будет проапгрейдить свою удочку, но об апгрейдах давайте чуть позже. Итак, у нас закончилась леска, или мы все-таки втемяшились в ничего не подозревающего карася, плотву или даже пиранью. Будьте готовы к тому, что Билли начнет тянуть удочку ближе к поверхности воды, а уж после этого вы станете свидетелем самой настоящей рыболовной феерии. Рыба, подверженная силе инерции удочки, красиво взлетит в воздух над лодкой Билли, который, в свою очередь, не без ваших же усилий, будет палить по ней из всех бортовых орудий. За это, как ни странно, вы будете получать деньги. А вот как раз деньги мы будем спускать на апгрейды, в общем-то, а на что еще? Улучшением можно подвергнуть катушки, стволы, крючки, ботинки, лампочки, можно даже рыбную энциклопедию 1996 года купить. Словом, деньги есть куда потратить, и эффект от инвестиций в нашем хитром рыболовном ремесле заметен сразу. Особенно полезными окажутся улучшения тогда, когда вы начнете опускаться на более-менее серьезную глубину. Некоторые представители тамошней фауны не слишком-то и в восторге от такого вторжения, поэтому вы запросто сможете встретить там рыбу, которая, например, чуть завидев крючок, начинает на него бросаться. Что иногда, кстати, совсем и не к месту. Вы, значит, хотите рекорд поставить, а тут хлоп, и какая-то бестолковая рыба вам в этом помешала. Обидно? Да и не то слово. Уничтожение рыбных запасов планеты сопровождается стилизованным под 8-битную графику саундтреком. Причем, что характерно, когда вы тащите свой улов на сушу, точнее воздух, саундтрек играет в обратном направлении. Что ж до графики, то здесь, знаете ли, придраться мне не удастся. Ridiculous Fishing выполнена как раз в ретро-стиле, но в то же время какая-то она треугольная, что ли. Сложно объяснить на самом деле, да и в этом нет никакой необходимости, вы все видите сами. Ну и в конце надо бы подытожить все вышесказанное. Игрушка получилась хорошей, простенькой, но в то же время настолько затягивающей, что запросто можно проехать свою остановку или получить нормального такого тычка в очереди, дескать, не зевай. Правда, есть все же один минус. Ridiculous Fishing стоит без рубля сотню, что, на мой взгляд, для простенькой аркадки как-то дороговато. Так что, как всегда, последний выбор за вами, друзья. Об игре вам рассказывал Илья Казаков, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на новые видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Всем рыбятина, пока-пока!